Так, смотри. Посмотрел контроллер. Ну, все в порядке. То есть. С контроллером все отлично. Тут чисто, но явно видно проблема именно колеса. С контроллером я никаких вообще проблем не вижу. Все колесо с этого самоката, что привезли. Кто-то уже магниты клеил. Да только что толку, что их переклеили. Они потертые. И ни хрена они не работают. Магниты перенамагничивать или новые ставить. Новых у меня нету. Единственное, что могу предложить, это снимать их, перенамагничивать и клеить обратно. Такая ситуация с самокатиком. Так, магнитики подготовленные, все перемагниченные, все отлично. Колесико вычищено, все блестит, все обезжирено. Сейчас все это дело собираем на эпоксидную смолу. Замешиваю, клею и на сутки оставляю. Переклеенные магнитики. Так, все отлично, все вычищено. Сейчас собираем колесико и запускаем самокат. Итак, собрали самокатик. Немного подогнутый тормозной диск, кто нас не интересует. Все отлично работает. И даже если ему дать нагрузку, притормозить колодочками. Я одну ручку отсоединил, та, которая на задний тормоз идет. И под нагрузкой все работает.